вы отдыхаете на курорте Шарм-эль-Шейх в Египте и вам надоело валяться на пляже, непременно побывайте на экскурсии в Цветном каньоне, одном из чудес, созданных природой. Он расположен примерно в 150 километрах от Шарм-эль-Шейха. На джипах туристов доставляют к началу каньона. Остановку делают у жилища бедуинов. Несмотря на экзотический образ жизни, они хорошо знакомы с интернетом. Женщины занимаются изготовлением украшений из бисера и предложат вам купить свои изделия. Образовался Цветной каньон много миллионов лет тому назад. Протяженность туристической тропы составляет около 700 метров. Цветным каньон назвали так, потому что стоит попасть на, казалось бы, безжизненные однообразные камни и немного воды, они превращаются в яркие, окрашенные в различные цвета поверхности с причудливыми узорами. Дождя во время проведения экскурсии не предполагалось, и гид пожертвовал немного воды из бутылки, чтобы продемонстрировать это чудо преображения. Во время продвижения по каньону час пути пролегает между узкими расселинами, иногда под нависшими камнями. Живописные, сформированные водой и ветром скалы напоминают очертания людей или неземных существ. Причудливые пятна кажутся лицами инопланетян. В целом создается впечатление, что вы попали на другую планету.
Несколько раз на маршруте пришлось буквально протиснуться через узкий лаз. После выхода из каньона остановку для отдыха делают в пальмовом оазисе. Она очень колоритна и передает дух пустыни Египта.
последняя остановка на маршруте в столице дайвинга, городе Дахаб. Здесь собираются люди из разных стран, влюбленные в Красное море. Путешествие по Цветному каньону подарит самое необычное впечатление на всю жизнь.